Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. И снова мы в гостях. Приехали мы к Ларисе. Приехали все мои сыновья. Сейчас мы за стол, тут горячие. Там пироги, мироги. Костя мой старший сын. Дима мой младший. Гаврил мой средний. Это Ксюша Димина. Девушка. Так, это Саша. Здравствуйте. Здравствуйте. Молодец, да, Саша. Саша уже. С праздником. Да. Так, Федя там сидит в ожидании. Мой дорогой. А где все еще? В дороге, короче. Так, Лариска тут. Мама, иди садись. Лариса тут сейчас лапшу будет разливать. А я буду это таскать. Давай. Возьми конфетку. Сейчас. Постели, да? Да, тогда. Че, какие будешь? Кому еще надо салфетки? Дима, надо салфетки. Да. Данил, ты скажи, ты куда поедешь в феврале? Гаврил. Ты куда поедешь в феврале? Скажи всем. Конкурс, Данил будет выступать в Альметьевске. На конкурс поедет он. Что за конкурс? А он будет играть на кларнете. На кларнете будет играть. Он уже пятый год ходит. Возьми, мы обязательно приедем. Мы поедем и так. Там только знаменитости придут к нему на концерт. Да, Дань? Мой золотой. Мои любимые. Да, Гаврилчик мой? Ой, Дима. На Диму Гаврил, на Гаврила Дима, господи. Иван, сюда на прополисе. Семья Котовых собрались. На прополисе. Ой, лапша такая. О, домашняя лапша Ларискина. Вот у нас опять суп, друзья, видите? Вот. Потому что мы любим. Да, погорячее. Не, он мне как еще бигбокс, короче. Пиванов, смотри, он на фистульке, это бигбокс. Нет, не кедровый. Вообще, вот там в рулетке все такие. Если хочешь, надо нормально. Так, Анюта выехала уже. Еще полчаса осталось ехать. Их милиция остановила. Полиция, то есть полиция. Джавельский. Взять меня не пьет, поэтому я не боюсь этого. У вас Джавельский? Да. Вот он уже. Я сегодня не на своем месте сижу. Я как не еду. Ну ладно, потом пересяду туда. Поснимаю чуть-чуть. Вот Ларискин этот. Женское счастье. Ой, это женское счастье. Это долларовое дерево. Похоже на мой. Нет, там деньги собираю. Всем здоровья. В новом году. Давай, мой дорогой. Хорошо, что все общаемся. Хорошо, что все друг друга уважаем, видим. Помогаем при случае, когда надо бывает. Поэтому семья у нас дружная, большая. Дай Бог, чтобы всегда так было дальше. Дай Бог мирного неба нам. Самое главное. Да. И я думаю, что в этом году все равно будет большой перелом, потому что за политикой я слежу, и перелом должен быть обязательно. В лучшую сторону. Дай Бог, чтобы так случилось. Господи, помоги. Ну все, давайте. Ура! По 50 грамм. Нет. Так. Ты же видел, как он танцует? Он танцует. Да, молодец. Салфетки бумажные. Он уже достиг танца. Кому дать салфетки? Бумажные. Ты мне одну приведи. Дима. Костя своей сфере достиг. Он своей сфере. Картошка как? Я вот никогда не думал, Дима в очках будет работать на ЛГП. Ты меня извини. Я на ЛГП работаю. На чем? А где очки? На ЛГП. Это что такое? А очки где твои? Это такая машина, которая поднимает на Дима, у тебя сын на чем работает? У тебя встроенные очки, что ли? Встроенные. А, мы тебя на машине прикатим за мамой. Может, написано работать. Все равно, арбидон все равно будет. Меня с напарником чуть с руки не выкинули. Уже вот так наклонили, уже остался чуть, и мы вылетели бы. Это серьезная работа, вот что мы Дима на эти машины. Отвечать будет он. А что он делает? Хороший.
Кто там? Кто там? Молодец, иди встречай, там приехали. Этот раз приехали. Свет включайте. О, тут опять обнимашки. Обнимашки. Девочка, моя солнышко. Чё, братан, куртку куда? А это кто? Хз. Ой. Всё. Ох ты ж. Ульян, мы с тобой. Все наелись. Ой, ребята. Да. Торт разрезали. Неохота уже даже фотографировать, снимать. Плюс пайку в башке. Она разберется, а в башке. Детвора.